Дневная бабочка из семейства парусники. Размах крыльев 100-130 миллиметров. Основной фон крыльев буро-черный, темный. По нему проходят ярко-желтые широкие полосы. А на нижних крыльях также ряд желтых округлых пятен. Ареал обитания парусника – Северная Америка, США, Мексика. Северные районы Южной Америки – Перу. Время лета в Северной Америке в зависимости от участка ареала с апреля по июль. В Южной Америке на протяжении весенних и летних месяцев. Бабочки часто посещают цветы растений из родов лантана, сазельпиния и бугенвиллия, где питаются нектаром. Гусеницы питаются растениями из рода рутовые.